традиции мы начинаем нашу рубрику с хороших новостей. Максим, которого мы показывали в одном из наших выпусков, наконец обрел семью. Мальчик уже дома со своими новыми мамой и папой. Вообще неприятно как бы слушать такое, когда тебе говорят, лучше бы ты умерла и все остальное. Когда ты узнала, что вот бабушка тебя отдает, все, сдает в детский дом, вот вспомни этот день, что ты тогда почувствовала вообще, что, какие мысли у тебя? Ну, вообще я хотела тоже от нее уйти. Она говорит, что я как мама буду, все остальное, а мне неприятно, когда меня сравнивают с матерью. Мама Леры умерла от передозировки наркотиков. Практически всю свою жизнь девочка жила с бабушкой, но месяц назад женщина отказалась от опеки над внучкой. Так Лера попала в детский реабилитационный центр. В один определенный момент она меня сюда привезла. Просто сказала, собирай вещи, поедем? Ну да. А ты что? Я такая, ну ладно тогда, твое дело. Угу. Ну, я сказала, чтобы не звонила там больше и все остальное. То есть ты сейчас, по сути, начинаешь жизнь с чистого листа? Ну, как бы да. Лучше будет начать жизнь с чистого листа вообще. Мне лучше в детском доме. Признаться, такое страшно слышать, тем более от ребенка. Хотя воспитатели слова Леры не шокируют. Говорят, чему удивляться, если всю свою жизнь девочка росла без матери, терпела побои и унижения. И вообще не надо рожать детей, как она родила меня в 15 лет. Если ты не можешь себя обеспечить, зачем тогда вообще рожать? О чем ты мечтаешь сейчас? Найти приемную семью хорошую. И вообще как бы забыть тот ужас, который происходил со мной раньше.